Метателям ножей привет! Сегодня я вам покажу секретный бросок времен НКВД. Жесть полнейшая. Вообще, вот его когда делаешь, аж мурашки по спине. Вот. Он бросается снизу, очень скрытно, неожиданно. Сейчас, подождите, это нормально там, иногда можно, так сказать, промахнуться. Потому что я уже давно не пользовался этим броском. Ты, блин, опять промахнулся. Не пойдет, наверное.女とガキをかばっては戦えまい。まとめてぶち殺してくれるわ。
Thank you.
Спасибо. Что? Ася. Да, еле патроном. Он меня резнул, я не знаю, как он меня не играл. Я прыгнул, я так и понял, что это был куман. Он ебанутый, блядь, казах.